Привет, это распаковка товаров с сайта Мыло Опт. Пришла мне первая посылочка от них. Запаковано все классно, пришла очень быстро. Вот что я получила. Масла пальмоядровое, пальмовое и кокосовое. В ведерках. Заклеено скотчем. Раньше я получала другого сайта в зип-пакетах двойных. Ну, думаю, в ведре будет гораздо удобнее. Целенькая сода. Ведро, скотч, сверху пакет. Лоток, сверху был пакет, уже сняла. Тоже ничего не просыпалось. Капучинатор. Ну, вид у него не очень товарный. Да ладно. Еще мне пришли глиттеры, черный и белый. Белый немножко зеленым отдает. Ну, может, это из-за пакета. Перламутр жемчужный. Еще я покупала набор красителей пищевых. Но там не указаны были цвета. Может, кому-то будет интересно, рассказываю. Цвета. Он стоит, по-моему, 38 гривен. Там 8 штук просто написано. Красный, желтый, оранжевый, зеленый. Это было отдельно. Коричневый, синий, фиолетовый и малиновый. Отдельно я покупала еще вот такой гранатовый. Это пищевые красители. Также я брала масло макадамии, эфирки, бергамот и лимон. Они в стекле, они были запакованы отдельно в пленку. Пластик был запакован отдельно, просто в мешочке лежал. Ну, ничего не разбилось, ничего не потекло. Все хорошо. Отдушки брала разных производителей. Франция, Литва, Германия, чтобы попробовать все. Ну, пока они мне все пахнут как жвачки, кроме алоэ. Ну, тоже, если была жвачка и со вкусом алоэ, тоже так пахло. Понюхала все, не понравился Bubble Gum. Ну, остальные плюс-минус одинаково. Вот такие сегодня покупки меня порадовали. Спасибо, Мыло Опт.